Просто зараз долучаємо от ще одного експерта до нашої розмови. Це Олег Старіков, воєнний експерт. Пане Олеже, я вас вітаю. Ситуація по Донбасу, пролонгація, власне кажучи, цього законопроекту, яка сьогодні в цілому от проголосували і підтримали депутати. Ваша думка, це потрібно дійсно робити? Чи це ставить нас в залежність від мінських умовин? Ми дійсно заручники, як от деякі депутати у нас висловлюють? Здравствуйте. Какие мы можем быть заручники, если Украина подписала эти соглашения? Нравится они нам, не нравится, но она же подписала. И вся система санкций и международного давления на Российскую Федерацию основана на Минских соглашениях. Поэтому это все политически какая-то возня. Дело в том, что сегодня, вот сейчас они полчаса назад проголосовали закон про особый статус, да? И конституционное большинство, правильно? То есть это есть консолидированная позиция Верховной Рады. А я им всегда предлагаю, уважаемые народные депутаты, значит, проголосуйте Минск-2, вот перечень захода в Минск-2, постанове Верховной Рады. Будем мы его выполнять или не будем? Если не будем выполнять, это политическая позиция высшего законодательного органа власти, которая будет исполнительная власть. Они говорят одно, в Минске это проголосовали, то мы выполнять не будем, то мы заложники. Поэтому, знаете, это больше похоже на политические манипуляции, чем на реальную политику. А наши стратегические партнеры на это смотрят, сразу говорю, они устали от Украины. Поэтому вот эти все наши якобы там расширения формата, нормандские, это чушь собачья. Никаких расширений не будет, и дальше давление будет не только на Российскую Федерацию, но и на нас. Потому что вот санкции, которые ввела на депутатов Российской Федерации, она этим показала, что они не отступят от своей линии. То, что взяла Украина, подписала в 2015 году, то, что президент Зеленский подписал в декабре 2019 года меморандум, подписали, исполняйте. Другого не будет. Поэтому мы же про реал-политик говорим, а не про какие-то политические манипуляции, политические забаганки. Пане Олеже, але ж є от така ситуація, що з того, що підписано, так що пролонгується щороку, ну майже нічого не виконується, як ми бачимо. Що з цим робити? Так от я ж говорю, вопрос стоїть політичний. Поэтому надо решить вопрос політичний. Или Верховная Рада принимает Минск-2, она принимает, или она не принимает. Если она политически голосует и говорит, мы выполняем, это становится, ну и постанова, я думаю, вряд ли законом, как постановы, это уже будет сигнал политический, что мы выполняем. Если она голосует, не выполняет, это совершенно другая политическая конфигурация. И тогда вот эти все разговоры, которые вот меня спрашиваете, они отойдут на другой право. Тогда уже мы выходим, ну, как с планом Б, В, Г, или ЕПРСТ, я не знаю, как они там выдумывают что-то. И тогда они выходят, президент страны говорит, выходит и говорит, я не могу, высший законодательный орган не поддерживает это. Раз не поддерживает, давайте искать что-то другое. Но пане Олеже, мы будем сподіватися, насправді, что плану А нам вистачить и не будем... ні Б, ні інші плани, які ви сказали, використовувати. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Військовий експерт Олег Старіков.